Раритет какой-то вот нашел в кустах. Удочка. Когда-то у меня тоже такая была. Что-то здесь какая-то спица на конце. Интересно. Ладно. Пускай лежит, раз кто-то оставил. Всем привет, ребят. Ну что, наконец-таки получилось у меня выбраться на рыбалочку. Вот. Уже вторая половина дня. То есть рыбалка будет вечерняя. В общем, приехал я на несколько часиков. Часика три, наверное, посижу. С собой ведра никакого нет. Вот замесил прям в пакете. Сейчас она немного пропитается. Катаю шарики. Вот забросил уже удочку. Вот поплавок. У меня там два поводка на этой удочке. Насадка червь. Но больше просто у меня ничего нет. На рыбалку я выбрался спонтанно. Вот, но тем не менее. Так, сейчас, значит, оснащу фидер. Заброшу еще фидер. Вот такое вот озеро. Я здесь уже рыбачил. Вот, как-то так. В общем, время 3 часа вечера. Будем пробовать. Сейчас закормим. Ага, поклевка была. Хищник, ребят, гоняет вообще. И окунь, и щука прям всплески постоянно. Вот. Но я вообще ехал половить на спиннинг, но приехал на место, одел болотники, все, стал доставать палку из чехла, а катушки нету, катушка осталась дома, короче. Вот, и пришлось заехать вот в рыболовный магазин, взять прикормки и червя. Хорошо, что с собой еще была удочка и фидер. В общем, ладно, ребят, сейчас, короче, буду оснащать фидер. Вот. Ну, а что из этого получится, смотрите в ролике. Все. Надеюсь, рыбалка будет. Три шарика закинул, пока хватит. Все, сейчас буду фидер собирать. Так, ну что, все заряжено. Где удочка, прикормил. Вон уже поклевка, кстати. Блин, штатив не взял. Снимать и удочку доставать не очень удобно. Вот. В общем, фидер заряжен. Все, фидер установил. Тоже насадка червь. Поставил он колокольчик, чтобы это не отвлекаться постоянно на него, а смотреть на поплавок, на удочку. Вот немножко моросит дождик. Даже бывает, вот проглядывает солнышко. В общем, погода нормальная. Хорошо, самое главное, что ветра нет. Вот. В общем, все. Ждем, ловим, наслаждаемся. Наслаждаемся осенними деньками. Друзья, ну что с почином? Вот клюнула такая плотвичка.
Всего снимаю и ловлю дальше. Погодка-то, ребят, вообще, смотрите, распогодилась. Солнышко, тепло. Вообще круто. Ну что, на фидер пока тишина. На удочку еще достал окушка мелкого. То есть тоже ничего серьезного не поймал пока. Вот. Сидим, отдыхаем. Рыбка гуляет. А, что хотел сказать-то? Купил черви в магазине. В общем, 40 рублей пачка. Я такого вообще не ожидал. Сколько я оттуда? Ну, штук, наверное, 6-7 я оттуда взял. В общем, там их вообще не осталось. Они до того мелкие, прям вообще, я не знаю. Как такие черви вообще можно продавать? Ну, смотрите, какая-то мелочь. Вообще все. Я взял оттуда несколько червей, и пачка кончилась. Ну, 3 червя. И то они очень мелкие. В общем, вот так вот. Такие вот порции червя продают в магазине. Конечно же, в этом магазине я больше брать не буду. Ладно, что, ребят, ловим, ловим, ловим дальше. Ребят, клюнул вот на удочку такой вот подлещик. На фидер тишина, была одна поклевка, но холостая. Все, снимаем, продолжаем рыбачить дальше. Погода отличная, светит солнышко, красота. Ну что, ребят, в общем, место я за собой убрал, весь мусор убрал и другой мусор убрал за другими рыбаками. В общем, что, рыбалка подошла к концу, нужно ехать. Вот, в общем, по рыбе все очень слабо. То есть, ну, очень плохо, короче. Поклевала мелочь, тут подлещика одного вытащил, более-менее. Ну и все. Ну, хищник гуляет, хищник бьет. Вот, щука гуляет, окунь. То есть, в следующий раз я планирую... Здесь озеро такое хорошее. Планирую в следующий раз приехать сюда с лодкой. Ну, лодка у меня сейчас есть, но, говорю, катушку забыл от спиннинга. Вот, то есть, и с лодки, спиннингом. Попробовать. Думаю, что-то получится. Ну все, друзья. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал. Все, всем до встречи, всем пока.